Четыре поражения подряд. Перед началом плей-офф чемпионата высшей лиги Нижегородской области по хоккею с шайбой ХК «Саров» несколько сдал позиции. Впрочем, те матчи не играли большую роль в раскладе турнирной таблицы, чего нельзя сказать об играх в плей-офф. Здесь любая ошибка повлечет за собой вылет из борьбы за кубок. Поэтому к встрече с ХК «Старт» из Таншаева наши спортсмены подошли в максимальной готовности. Это уже идет двойная ответственность, матч на вылет, тем более после Нового года у нас не очень хорошо складывался хоккей наша игра. Вот, сегодня все сели, поговорили между собой, что уже 4 матча проиграли подряд. А сейчас плей-офф, а шанса на ошибку уже нет. Надо выигрывать и идти дальше. Такой настрой принес свои результаты. Первый период встречи дал саровским болельщикам массу поводов для ликования. На перерыв команды уходили со счетом 3-0. Во втором игровом отрезке ХК «Саров» только упрочил свое преимущество, отправив еще 4 шайбы в ворота соперника. «Старт», в свою очередь, сумел распечатать и наши ворота, забив одну ответную шайбу. У нас задача одна, да, это победа. Забрать кубок, вернуть его домой. Так что впечатления только положительные, эмоции только положительные. Спасибо большое зрителям за такую поддержку. Все ребята молодцы, все бились, старались друг за друга. Очень приятно. В третьем периоде саровские спортсмены чуть расслабились и пропустили в свои ворота сразу 3 шайбы. Правда, и у ворот «Старта» было неспокойно. Еще 4 шайбы. Итоговый счет 11-4. Судьба полуфинала будет решаться в следующие выходные. В субботу ХК «Саров» играет на выезде в Таншаеве. Все взрослые люди, все понимают, то, что расслабляться здесь уже некогда. Вот впереди что, только кубок. В случае субботней победы ХК «Саров» пройдет финал. Если же спортивная фортуна улыбнется «Старту», третья игра полуфинала пройдет в воскресенье 3 марта в Сарове.